На одном из стендов представлены труды законодателя русского слова Дмитрия Лихачева. Монография «Россия. Великая страна. Красная книга культуры» и ряд книг по русской народной духовной культуре. Второй стенд посвящен 170- и 175-летию известных русских композиторов Римского-Корсакова и Мусоргского. Всего в экспозиции порядка 50 изданий. Они будут доступны до конца апреля. А в ближайшее время читатели смогут принять участие в обсуждении темы «Герой и антигерой нашего времени в литературе и жизни». Мероприятие пройдет в рамках международного интернет-фестиваля «Сочи-Мост-2014». На эту дискуссию мы пригласили одного из самых наиболее читаемых молодежью, Андрея Геласимова. Библиотека закупила его литературу, и мы на эту дискуссию, которая состоится у нас 29 марта в 10:30 в городской библиотеке филиала номер 5, это в Хосте на улице 50 лет СССР 12, мы приглашаем молодежь. Приедет Андрей Геласимов. Это все у нас происходит в рамках акции «Любовь к России через любовь к книге». Кроме того, в фонд централизованной библиотечной системы поступило около 2000 новых экземпляров изданий. Большая часть – это мемуарная литература, книги современных авторов, а также учебные и образовательные издания.